Адвокат вагона просит СК провести тщательную проверку обстоятельств его гибели в колонии. Адвокаты Нижегородского вора в законе Владимира Вагина по прозвищу Вагон, которого нашли повешенным в Пермской колонии номер 11 вечером 21 сентября, просят передать материалы проверки по факту его гибели в СУ СК по Пермскому краю для объективного расследования. Защита не доверяет районному следователю который считает случившийся суть следом, и отказался знакомить адвокатов с видеозаписями последних минут жизни и перемещений заключенного. Однако нам известно, что сотрудники колонии уже показывали заинтересованным лицам нарезанные фрагментами видео из коридора и камеры, что является поводом для служебной проверки, рассказал Приволжье адвокат Андрей Гузев. По предварительным данным, Заключенный с согнутыми ногами висел на растянутых рукавах своей кофты, прикрепленных к двери камеры, в мертвой зоне от установленных видеокамер. По словам защиты, Владимир Вагин отсидел большую часть срока, строил планы на будущее, в том числе, и во время разговора с адвокатом за два часа до своей смерти. А за 15 минут до случившегося он якобы принимал таблетку от давления выданную ему медикам колонии, то есть заботился о своем здоровье предсмертной записки осужденный не оставил Кроме того, ранее он рассказывал своим адвокатам об угрозах оперативников, обещавших увести его в колонию, где уже был убит вор в законе в связи с этим защита в своем заявлении указала, что и к11 куда Владимира Вагина без оснований перевели за три дня до его гибели, имеет репутацию пыточной. Два года назад там при схожих обстоятельствах нашли мертвым другого вора в законе Максима Новикова по прозвищу Макс Пионер. Защита также попросила руководство Пермского СУСК истребовать видеозаписи, установить, кто и по каким причинам принимал решение о переводе вагона в ИК-11 и опросить всех сотрудников колонии и заключенных. Контактировавших с погибшим коммерсант 25 сентября 2018 года Иван Сергеев.